знаю. Как ты, Олег? Да ничего. Здорово. Здорово. Пить будешь? Да, можно. С работы? Все, закончил? Ну, там осталось на час, может. На часок? Подходи потом ко мне. Да я сейчас к тебе еду. Ко мне уже? Ну, вот это сейчас засыплю. Песок засыпем, да? Да. Пойдет. Как раз от Сереги тебе отдам 6 рублей. Ты же помнишь, я говорил? Да. Ну, на жизнь семейную тебе. Она мне сегодня тоже сказала про это. Прям как в воду вчера влетели. Да ты че? Ого. Жизнь налаживается, Олег. Пускай так и будет. И че, все в мире и согласии? Да. Не ругалась вчера, ничего? Нет. За империал? Нет. Не? Она стаканчик выпила. И на боковую, да? Вообще замечательно. Вот это я понимаю. Взаимопонимание, Олег. Утром встали, а кружечки по тарелочке навернули. Я на работу поехал. Она по хозяйству? Да. Нормально. Так и надо, Олег Владимирович. Значит, ко мне, да? Ну, тяни пока туда. Сейчас я подгребу. А? Ну, сейчас подъеду. Мне что там, блин, минуты даже меньше минуты. Сегодня не поедешь больше на работу туда? Почему? В Якуши? Ну, третьего мне. А. Ну, время-то еще есть. Времени, Олег. Вагон и малая тележка. Ну, да. Только дело успевай. Пока есть работа, надо работать. Я даже сегодня к прянику не пойду. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну, да. Я не лошадь, блин, чтобы нет, на всей сразу. Ну да, так можно упасть и не встать. Постепенно, по чуть-чуть. Сегодня там, завтра там. Да. Силы будут, сходишь вечером. Правильно? Ну да. Ты болеешь, что ли? А? Болеешь с бодуна? Ты так немножко. Есть, да? Телепает? Немного есть. И что надо сделать? Чем-то помочь, наверное. Ну, я же не знаю. Я спрашивать не буду, мне уже самому стыдно. Да ты что? Ну, пиво надо, наверное. Правильно я угадал? Империал? Ну, да можно империальчик. И империальчик можно. Ну, пойдет. Империал, значит, империал. Ты что, домой идешь? Ну, домой, в ту сторону. Пойдем. Давай, я позвоню сейчас, пивняк. Ты иди, иди, бери сразу. И подходи, как раз я подгребу. И какую брать сейчас? Ну, империал. Объем я имею в виду. Ну, какую тебе, чтобы не болеть? Да литрушку, наверное, взять. Да. Литрохан? Ну, все. Литр, значит, литр. Она там 107 рублей. Все, я звоню тогда, Олег. Давай. Сразу, да, бери. Там галька, по-моему. Ну да, и подходи. Ага. Добрый. Добрый. Так, ладно, давай сейчас. Давай, Олег, сейчас я тоже 7 минут подгребу. Если там возле калитки будешь ждать. Да можешь зайти во двор. Сядешь. Нет, там. Ты мне тачку и эту дал. Лопату. Все дам. Все есть. Давай. Тяни. Оу. Не, Владимир Иванович. Давай, Олег, сейчас приду. Здорово, Петро. Ты что, Владимир Иванович, домой? Не. А я домой. У меня там дела. Олег сейчас поможет мне песок засыпать. Дашь 500 рублей. Ну я ждал уже. Будет дам попозже. Иванович, тормози. Иди домой, ноги парь. Зачем? Ну, чтобы не болели. Ерунда. А, ну и пускай так и будет. Все сделаю так, как надо. Правильно. 500 рублей, дашь? Дам, конечно, по возможности, Владимир Иванович. Все по возможности. Всем доброго дня, друзья. Едем дальше. Не забываем про телегу, про инсту.
ВК, Одноклассники, кому как удобно, Сань. Переходите по ссылочкам. Все ссылочки в описании профиля. Сань, оу. За квас дай денег. Да я ж тебе брал только сейчас. Иди бери, скажи, я отдам я за квас. Я ей сам заплатить. А у меня нету, Владимир Иванович, с собой. Могу только угостить так. Попьешь, и я отдам. Подожди. Зачем? Дай прикурю. Дай прикурю. Ветер, не подкуришь. Все? Давай, дядь Вов, пойду я. Я дома буду. Идти мимо будешь, заходи.